Я сповіщаю про те, что сегодня наша тема про второй приход Христа ⁇ выправление системной помолки. Как можно оценить время, которое ушло, и те решения, которые были в нем? Какими категориями? Весело, грустно, интересно, скучно, гармонично, хаотично. Сегодня категорию, с которой раньше пытались оценить пройденный путь, пытаются затереть, нивелировать. Правильно или неправильно? Это как? Не стоит об этом. Все субъективно. Как можно сказать, я прожил год правильно или я прожил год неправильно? Давайте вместе с вами разберемся. А вот когда вытянули у тебя бумажник, когда ударили авто и уехали, когда затопили квартиру и не платят, мы кричим «нехорошо», «неправильно». То есть где-то внутри мы понимаем, что эта категория существует. Но когда мы оцениваем собственное решение, когда мы оцениваем пройденный путь, мы не всегда готовы использовать эту категорию. Представьте себе Новый год в семье неопытного охотника. Его звали Сергио Мартинес. Он жил в Калифорнии, как-то заблудился в лесу, и пытаясь согреться, разжег костер там, где это делать нельзя было. И он стал причиной одного из самых больших пожаров в истории штата, так званый кедровый пожар, который сжег лес с площадью более тысячи квадратных километров. Вот представьте, проходит после этого времени какой-то какой период, и они садятся за стол и вспоминают, как они прожили год. И кто-то из них понимает, что что-то было сделано неправильно. Каким-то образом этот человек, может быть, и не желая этого, но нанес существенный вред. И настроение может быть не очень. Представьте себе Новый год после Великой Лондонской чумы в семье пекаря по имени Томас Фаринер, который по неосторожности отвернулся, на время отвлекся, в его пекарне горел огонь. И, к сожалению, этот огонь перекинулся на другие строения, и в результате после одной беды в этом огромном, в этом большом городе еще э, пожар сжег 13 тысяч и 200 домов и 87 церквей. И когда бы он оглянулся назад и подумал о том, как он прожил это время, конечно же, перед ним была бы эта ошибка, он понимал бы, что да, я сделал что-то такое, что принесло вред. Если он, конечно, мог бы это оценить, если он не погиб в пламени этого пожара. А в вашей жизни бывают моменты, которые вы бы хотели вернуть назад. Поменять, на мгновение вернуться туда и сделать что-то по-другому, сказать что-то по-другому, для того, чтобы не произошло что-то. Я думаю, именно в такие моменты мы понимаем, что категория ⁇ правильно или неправильно ⁇ она существует. И в нашем мире, несмотря на то, что многие пытаются ее затереть, она по-прежнему есть. И мы можем оценивать прошедший год, свои решения, все, что было в нем с точки зрения этой категории, правильно или неправильно. Давайте немного вернемся назад. Перед тем, как мы поговорим о нашей теме, перед тем, как мы поговорим о приходе Господа в наш мир и ответим на вопрос, а для чего Он придет, зачем это все нужно, давайте немножко вернемся назад. Когда мы открываем Священное Писание, книгу Бытие, мы находим там историю о грехопадении первых людей. Это тот момент, после которого история нашего, нашей Земли, всего человечества, она повернулась в нехорошую сторону. И мы читаем в Священном Писании, в книге «Бытие», в 3 главе, в 24 тексте, «И изгнал Бог Адама и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Первые люди после грехопадения были изгнаны из Едемского сада. Представьте себе Адама в какой-то из вечеров, когда он стоит неподалеку в ворот Едемского сада, видит там ангела, который с пылающим мечом стоит и охраняет эти ворота, чтобы никто более из людей туда не вошел. С какими чувствами он стоял и смотрел на эту картину, понимая, возможно, это прошло немного времени, но понимая, что Каин его старший сын уже убил Авеля, и трагедию эту невозможно вернуть спять. Понимая, что тот плод, запретный плод, который съела Ева и съел он, принесли уже столько горя, видя увядшие цветы, видя то, что природа начинает потихоньку умирать и увядать, видя, что звери начали его бояться, как он оценивал этот шаг, как он оценивал свое решение – я думаю, с большим сожалением он смотрел на ворота едемского сада. Есть еще одна история, я хотел тоже ее вспомнить сегодня, которая показывает о том, что наш выбор может иметь огромное значение. Это история Авраама и Лота. Вы знаете, что Авраам, герой Библии, и известный патриарх, имел племянника Лота, с которым у них были, в принципе, хорошие отношения. Но в одной из глав Библии мы читаем, что их стада стали слишком большими. Эти богатые люди, точнее их пастухи, начали ссориться между собой и... Эти э, люди приняли решение разделиться, чтобы жить отдельно друг от друга. И мы читаем о том, как э, Лот выбирал себе место жительства. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде нежели истребил Господь садом и Гамору вся до Сигора орошалась водою, как сад Господен, как земля Египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую. «И двинулся лот к востоку, и отделились друг от друга». И рассказывается, что Авраам э, стал жить в одной местности, а лот стал жить в другом. Но чуть дальше, в Священном Писании мы читаем очень грустную историю, которая записана в книге «Бытие» в 19 главе. Там написано, с 26 текста читаю, Жена же оглянулась позади его и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гаморе на все пространство земли, на все пространство окрестности и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. Лот избегнул участи Содома и Гаморы, но он потерял свою супругу, он потерял своих зятей и, скорее всего, он потерял своих внуков. И как вы думаете, когда он оценивал пройденный путь, когда он оценивал свою жизнь, он оглядывался назад, не вспоминал ли он тот Ключевой момент. Когда он стоял на возвышенности, смотрел, ему так понравилось, такой красивый город, и там все было в зелени, так все хорошо, там была оживленная торговля, там были возможности для бизнеса, но в один момент это решение в будущем перечеркнуло всю его, всю его жизнь. Еще одна история, библейская история, которая рассказывает о пророке и о его слуге. И мы знаем, что Гиези был слугой пророка Илии. И Священное Писание в 4 книге Царств, в 5 главе, в 27 тексте, описывает трагедию, которая произошла в жизни этого слуги. Дело в том, что к пророку приходил известный военачальник Нейман, и он просил исцеления. Господь явил чудо, этот военачальник исцелился и начал предлагать подарки, финансовые подарки пророку но Пророк, пытаясь и желая сохранить честь Пророка, говорит: мне ничего от тебя не нужно, я отпускаю тебя с миром, иди в свою землю, где ты живешь. Но слуга Пророка он, он хотел какой-то какой-то презент, он хотел какое-то финансовое благополучие, и поэтому он тихонько догнал этого военачальника и говорит: мой э, господин Пророк забыл сказать, что ему нужно то-то и то-то. И военачальник по щедрости своей, конечно же, не отказал. Он дал Гиезию, этому слуге дал много подарков, дал финансовые разные, скажем, благополучие, разные подарки и, и финансы. И пророк это все выяснил. И в 27 тексте мы читаем, «Пусть же проказа Неиманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И написано, он вышел, он от него белый от проказы, как снег. На мгновение представьте себе Гиезия, когда он заболел этой смертельной болезнью, когда он получил наказание за свою нечестность. Не вспоминал ли он тот момент, когда он принял решение пойти за военачальником Нейманом и попросить у него каких-то подарков? Как он проклинал, возможно, этот момент, говорил, зачем я это сделал, я повернул не туда, я избрал не ту дорогу. Надо было остановиться, надо было сказать себе, Гези, Просто ничего не делай. Пророк отказался от подарков, откажись и ты, но он принимает неправильное решение. Попытки человечества прожить хорошую жизнь, они очень часто наталкиваются на неправильный выбор, который делают люди. Что вы сделали не так? Что было в вашей жизни, о чем вы сожалеете? Я, конечно, не могу узнать все истории, но я знаю, что они есть. И в моей жизни есть. Я вспоминаю тот момент, когда я стоял на вершине скалы это было на морском побережье, и я хотел прыгнуть с 4-метровой скалы в воду. И Я помню свое решение, что вот сейчас это было азартно, я был э, помоложе. И мне так хотелось прыгнуть с этой скалы. Это был высокий, э, достаточно высокий обрыв. У меня не было навыков прыжки в, э, прыжков в воду еще и вниз головой. Но я рискнул это сделать. И когда я уже летел в воду, я увидел, что волна отошла, мне показалось, что дно очень близко. Поэтому как только я зашел в воду, я резко начал всплывать. И когда я выплыл из воды, я уже почувствовал, что моя спина повреждена. Я выполз из воды и уже не прыгал с тех пор с этой скалы. И очень аккуратно отношусь к прыжкам э, во, всей, во, все, во всех других ситуациях, особенно головой вниз. Я получил жизненный урок. Слава богу, я не, не сломал позвоночник, слава богу, я не ударился об камни, не свернул себе шею. Но я жалею об этом решении, потому что я повредил свое здоровье. Я хорошо помню ситуации, в которых я управляя автомобилем, свернул не туда. Принял какое-то необдуманное решение и сломал автомобиль попал в небольшое дорожно-транспортное происшествие или еще что-то могло приключиться на дороге. Я благодарен Господу за то, что Он охранял меня много раз, когда я принимал такие решения в своей жизни. Потому что мы люди, к сожалению, мы очень часто в своей жизни принимаем неправильные решения. Но я понимаю, что есть еще очень много людей в этом мире, которые сожалеют о том, что никак нельзя вернуть о каких-то решениях, которые настолько повредили здоровье, что сегодня ты мучаешься от хронической болезни, о каких-то взаимоотношениях разрушенных, что ты сегодня сожалеешь, что когда-то ты разрушил, к примеру, собственную семью. Кто-то сожалеет о том, что причинил ущерб, или нанес вред другому человеку. Кто-то сожалеет о тех решениях, которые принял на дороге, из-за этого пострадали или погибли люди. Я уверен, что множество людей в этом мире, которые допустили какие-то бедствия, какие-то проблемы, какие-то технологические катастрофы, катастрофы, они прекрасно понимают, что все человечество находится под гнетом неправильного выбора, который делают люди. Хуже всего, что они этот выбор делают и в духовном плане. И священное писание показывает, что если мы проследим историю человечества, все, что мы знаем, мы увидим, что словно какая-то системная ошибка есть в людях. Они могут ее не признавать, они могут с этим спорить, они могут создавать религии, которые должны отвлечь нас от того, чтобы не признавать, что внутри, в сердце человека есть какая-то проблема, которую может решить только Бог. Она проявляется и в природе, поэтому в Священном Писании мы читаем в послании к римлянам 8 глава, 22-23 текст. «Ибо знаем, что вся тварь, все творение совокупно стенает и мучится до ныне. Не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем ожидая чего? Как написано в Священном Писании? Усыновление, искупление тела нашего. Если внимательно посмотреть Священное Писание, мы можем увидеть, как красной нитью через всю Библию есть идея о восстановлении. Есть идея о том, что Иисус Христос придет и восстановит этот мир, исправит эту системную ошибку, изменит сердце человеческое, чтобы оно могло дальше идти с Богом, идти в этой гармонии. Что еще пишет Священное Писание уже более о последнем времени, показывая, каким последствиям приводит эта системная ошибка? Евангелие от Матфея, слова Иисуса Христа, 24 глава, 12 текст. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Сегодня можно постараться закрыться от всех проблем нашего мира, от экологических проблем, от проблем с этой пандемией, от того, что по-прежнему в нашем мире голодают и умирают от голода дети, от того, что не хватает кому-то пропитания, где-то свирепствуют болезни, где-то есть всплески преступности, и сказать, что, ну да, в мире очень много проблем, в истории было очень много ошибок, но мы идем к светлому будущему. Друзья мои, Библия не желает нас напугать, Библия не желает каким-то образом забрать у нас надежду и просто нам сказать, у вас все плохо, у вас есть какая-то системная ошибка, и пока вы ее не исправите, все будет вот так же плохо. Священное Писание дает надежду, оно указывает на нашу проблему, но показывает Иисуса Христа, который первый раз пришел и столкнулся со всем спектром ненависти, злобы по отношению к себе. Священное Писание говорит о том, что когда Иисус пришел в наш мир, тот народ, который его очень ждал, они его не приняли. Его распяли, потом, хотя он был невиновным. Он пережил презрение, он пережил насмешки в своей жизни, отвержение друзей, предательство он пережил побои, он пережил пытки. И это все и показывало, и вскрывало ту проблему, которая есть в сердце человека. Друзья мои, когда мы думаем об Иисусе Христе, Он показывает нам, где эта проблема, где эта ошибка. Евангелие от Матфея, 15 глава, 19 текст. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Давайте остановимся здесь. Многие люди сегодня, даже слушая эту тему, могут сказать, ничего подобного. Обстоятельства сложились, может быть, не очень, есть какие-то культурные проблемы, но в целом мы хорошие люди. И Иисус Христос точно показывает, где есть эта системная ошибка. Он показывает, что сердце человека, испорченное грехом, это и есть причина всех проблем. Мы можем э, какие-то обвинения говорить в адрес правительства. Мы можем каким-то образом ругаться на политиков. Мы можем обвинять во всем наших соседей. Мы можем на дороге, управляя автомобилем, говорить, что во всем виноваты другие водители или те, кто не сделал нам хорошие дороги. Но очень часто, в большинстве случаев своих. За те проблемы, или с те проблемы, которыми мы сталкиваемся в своей жизни, они очень тесно связаны с моим решением, с моим сердцем. Потому что я завидую, потому что я согрешаю, потому что я ревную, потому что я раздражаюсь, потому что я ненавижу. И Господь желает исправления. Господь показывает, что все, что предлагает человеческий прогресс, все технологические способы что-то улучшить, все это не имеет смысла, если не будет исправлена эта главная ошибка. Поэтому, когда Иисус Христос первый раз пришел на нашу землю, Он много проповедовал. Он очень часто повторял людям о том, что любовь Господа имеет силу исправить эту ошибку. Что прощение, которое дарует нам Господь, оно может исправить эту системную ошибку. И знаете, смерть Иисуса Христа, его воскресение, свидетельство того, что есть надежда, что эта системная ошибка может быть исправлена. Но кто-то скажет, прошло 2000 лет с тех пор, как Иисус Христос приходил, и где же ваше исправление? И вот как раз мы подходим к близко уже к нашей теме, когда я хотел бы снова и снова напомнить о том, что в Священном Писании очень ясно говорится о том, что Иисус Христос придет снова. Он не просто оставил людей с такой надеждой, что «ну да, я могу вам помочь, работайте над своим сердцем, и может все будет неплохо». Но мы видим, что нет, природа, она обветшала, Природа уже устала от гнета человечества, от того, что происходит в этом мире. Люди, к сожалению, многие люди избирают путь не Божий, и в их сердце охладевает любовь. И все это ведет к какому-то финалу. Об этом говорят ученые, об этом говорят мудрые люди, которые смотрят на наше общество и понимают, что если не будет вмешательства извне, Божьего вмешательства, то это общество обречено. И Священное Писание говорит, что таким вмешательством, такую надеждою, таким финальным исправлением этой системной ошибки является пришествие Иисуса Христа. Я хотел бы прочитать вам текст, который записан в книге Откровения Иоанна Богослова, 12 глава, 12 текст. Там написано, и так веселитесь небеса и обитающие на них горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного Ему остается времени. В этом тексте есть и вызов, и есть надежда. И так очень часто в Библии мы видим, что Библия, Господь не скрывает той проблемы, которая есть. В том, что люди сегодня, они могут быть жестокими. Люди не хотят слышать о Боге. Люди выбирают очень часто злой путь. Люди нечестны. Люди жестоко относятся к другим людям. Но в Священном Писании показывается, что все это является причиной того, что Сатана действует в этом мире. Но есть и надежда, потому что он знает, что немного ему осталось времени. Очень скоро Господь явится на облаках небесных. Все признаки, описанные в Евангелиях, в словах Иисуса Христа, они говорят об этом. Если вы еще никогда не слышали об этом, если вы, возможно, не доверяете мне, кому-то, который просто очередную тему представляет где-то в телевидении или в Ютубе, я приглашаю вас открыть самостоятельно священное писание или обратиться к нашему ресурсу ⁇ Школа Библии ⁇ для того, чтобы просто исследовать шаг за шагом библейские тексты и увидеть, что надежда на второе пришествие ⁇ это надежда для всего человечества. Это и есть это исправление системной ошибки. Все попытки человека исправить что-то самостоятельно, они похожи, словно вы устанавливаете операционную систему на жесткий диск, который работает с перебоями. Это все равно, что вы заправляете хорошее топливо в автомобиль, в котором уже есть проблемы с двигателем. Это делать хороший ремонт в доме, где треснул фундамент. Без исправления этой системной ошибки, которая находится в сердце человека, из-за которого все происходит плохое, что мы видим в этом мире, нет надежды. Но в пришествии Господа, в Его явлении есть эта славная надежда. Смотрите, как еще Священное Писание рассказывает об этой надежде. Я снова бы не хотел бы вас погрузить в этой теме, в какое-то сожаление о тех прошлых решениях, которых каждый из нас, я в том числе, приняли немало. Я хотел бы показать, как Священное Писание говорит о втором пришествии, как о решении проблемы человечества. Это не страшный какой-то кошмар, когда мы думаем о том, что будет конец света, явится Господь, будет как-то все плохо, вся моя жизнь, она придет к концу. Священное Писание дает надежду. А какую надежду? К примеру, апостол Павел во втором послании к фессалоникийцам, во второй главе, восьмом тексте, он говорит, «И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих, и как написано, и истребит явлением пришествия своего». Здесь говорится о том, что тот враг, о котором мы говорили, сатана, который в свое время искусил первых людей, я уверен, что он подтолкнул Лота выбрать не очень удачное место для жительства, развращенный город от которого он потом пострадал, и пострадала вся его семья. Я уверен, что он подтолкнул Гиезия к тому, чтобы после того, как ушел этот военачальник, побежать вслед за ним и просить, а можно мне подарки, а можно мне получить какие-то финансы и получить проклятие на всю свою жизнь и даже для своих детей. Друзья мои, я уверен, что тот враг, который очень много зла принес, принес в истории человечества, который провоцировал людей на войны, который провоцировал богатых еще больше, собирать богатство для себя, не поделившись ни с кем, который провоцирует и разрушает семьи, провоцирует э, злых людей делать ужасные преступления в этом мире, который провоцирует геноциды, который провоцирует массовые убийства. Он будет убит явлением пришествия Господа. Мы видим, Священное Писание описывает эту историю. И рано или поздно окончательного сдаяния будет и для сатаны. Об этом ясно пишет книга «Откровение» и пишет, что возмездие ему будет в конце времен. Второе послание апостола Петра, 3 глава, давайте прочитаем еще эти тексты, 10 по 13 текст. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Не может быть такой ситуации, когда придет Иисус Христос во второй раз, и никто этого не заметит. Не верьте никаким слухам о каком-то тайном пришествии Иисуса Христа. Это все неправда. Священное Писание очень ясно говорит, что земля и все дела на ней сгорят. Это будет финал истории человечества. Далее апостол Петр призывает нас и говорит, если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Опять же, апостол Петр напоминает и говорит о том, что земля, история человечества будет завершаться. Но он говорит ожидающим и желающим пришествия. То есть он подразумевает, что верующие люди, которые выбрали в своей жизни путь с Богом, они не страшатся конца света, они не страшатся второго пришествия, они наоборот его желают и ожидают как исправление этой системной ошибки. И он в конце делает такое, такой призыв, такое пожелание. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Это надежда священного писания. Новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Нет голодных, нет умирающих от любых причин. Нет преступлений, нет зла. Сердце человека свободно. Исправлена эта системная ошибка. Вот таким представлен в Священном Писании второе, второе пришествие и приход Иисуса Христа. Знаете, полтора года назад я встретился со своим давним другом, которого давно не видел. Мы сели в одном из заведений для того, чтобы пообедать вместе. Я увидел, что он не очень хорошо выглядит, и он поделился своей болью, сказал, что я очень долго курил, и теперь у меня рак горла. Я прохожу лечение, слава богу, лечение достаточно успешное. И это через три месяца, когда у него случился инсульт, мы встретились уже в больнице, я посетил его, и мы поняли, что происходит что-то не очень хорошее. Скорее всего, болезнь прогрессирует, но тогда мы еще наверняка этого не знали. К сожалению, то решение, которое он когда-то принял давно, чтобы начать курить, оно сегодня приводило к тому, что рак в его теле он прогрессировал. Я хорошо помню тот вечер, когда я вышел от моего друга и выходил из больницы и встретился с одним из его родственников, которые как раз заходили в больницу. И они только получили результаты анализов. И анализы подтвердили, что, к сожалению. Рак с новой силой начал прогрессировать в его организме. Я помню эти расстроенные глаза его родных людей. И год назад, как раз перед Новым годом, мы попрощались с моим другом. Слава Богу, он умер в надежде, он умер с добрыми чувствами насчет того, что благодаря Господу, благодаря Иисусу, у него есть надежда на воскресенье. Но эту историю рассказал к тому, чтобы каждый мог почувствовать или еще раз осознать, что есть те вещи в нашем мире, которые даже если у нас много денег, у нас все хорошо, мы живем в безопасном э, каком-то поселении или в безопасной местности, даже если здоровы мы и все наши родные, все равно есть что-то в нашем мире, что уже невозможно вернуть, невозможно исправить. Есть некоторые решения в прошлом, которые, к сожалению, могут влиять и на мою и на вашу жизнь. Но Священное Писание не оставляет нас в этой безнадежности. Потому что даже самым богатым и успешным в этом мире людям им все равно приходится сталкиваться с реальностью болезней, с реальностью смерти и с последствиями неправильных решений, принятых ранее. Господь действительно желает все это исправить. Его пришествие это славная надежда христиан. Не бойтесь этой, этой, этой темы. Не бойтесь в Священном Писании находить те места, где очень четко говорится о том, что Иисус Христос придет скоро потому что в этом надежда надежда христиан не старайтесь скрыть эту тему не старайтесь просто уповать на какие-то ложные проповеди ложная идея о том что все наладится все будет здорово политики придут и исправят наш лад может быть человечество придумает еще какие-то технологии может мы действительно сможем побеждать еще больше болезней друзья мои только господь только иисус Христос может исправить ту системную ошибку которая на самом деле является проблемой человечества Желаете ли вы этого? Хотели ли бы вы почувствовать, как Господь сегодня прикасается к нашей жизни, может быть, израненной прошлыми решениями, и говорит, для тебя, мой дорогой друг, есть надежда, для тебя есть спасение, для тебя есть славная надежда в приходе Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы молиться вместе с вами о том, чтобы Господь посетил вас там, где вы есть. Я не знаю, с какими проблемами вы сталкиваетесь в своей жизни. Я не знаю, где вы сегодня в этом пути. Может, и вы сожалеете о каких-то решениях. Или наоборот, в вашей жизни все благополучно поверьте, если надежда на второе пришествие Господа Иисуса поселится в вашем сердце, она будет вести вас дальше. Она будет вести вас через самые сложные обстоятельства, которые могут быть в нашей жизни. И она дарует вам ту славную встречу с Господом, с нашими родными и близкими, которые умерли в надежде, с теми, кто остался верен Господу. Мы все вместе встретимся, и будет новое небо и новая земля, как обещает Священное Писание. Давайте молиться об этом. Наш дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что в священном Писании красной нитью проходит эта история надежды, история Иисуса Христа, Его прихода в наш мир, Его рождения, смерти и воскресения. И воскресение Господа нашего Иисуса это и есть свидетельство того, что может быть исправление. Может быть исправление этой ужасной ошибки, которая преследует все человечество уже тысячи лет. Может быть славная надежда для каждого человека. Сегодня люди э, растеряны. Многие из них страдают от последствий неправильных решений, принятых в прошлом. Многие из них в переживаниях о своем будущем. Я искренне прошу, Господь, чтобы сегодня Ты даровал в сердце каждого, кто смотрит нас. В сердце каждого человека, который принял решение доверить свою жизнь тебе, эту славную надежду, что ты придешь, что это не какая-то пугающая весть о конце света, это славная надежда на твое второе пришествие, на встречу с теми, кто остался верен тебе, Господи, на воскресение всех умерших, Господи, на то время, когда не будет больше ни страданий, ни смерти, ничего плохого в нашем мире. Мы хотим жить этой надеждой, мы хотим, чтобы она навсегда поселилась в нашем сердце. Мы все это просим во имя Господа Иисуса Христа, который даровал нам эту победу. Аминь. Дорогие друзья, мы... Могли только ряд текстов исследовать вместе с вами в Священном Писании, которые говорят о надежде, и в том числе говорят о втором пришествии. Я искренне побуждаю вас сегодня, я верю, что вы приняли доброе решение. Дальше идти с Господом, дальше идти с надеждой. Но я искренне побуждаю вас продолжать исследовать Священное Писание. Мы даем все возможности для этого, чтобы вы могли самостоятельно или с учителем исследовать Библию, исследовать Священное Писание. Поэтому не бойтесь обращаться на отличный портал Bible. Bible.ua, школа Библии, где предложены ряд курсов, которые помогут вам в изучении Библии, а также можете прямо сейчас заказать уроки, библейские уроки для себя по телефону 0800 30 20 20. Мы искренне